Привет, друзья! Опубликованы редкие кадры встречного боя в Гирьях Курской области между украинским БТР-4Е и российским БТР-82А. Обе боевые машины вооружены 37-мм пушками 2А72. В целом, боевые машины примерно равнозначны, но российский БТР-82 первым открыл огонь, что и решило исход боя. БТР-4 загорелся. Стоит отметить, по всем фактам применения техники в боях на Украине, что были показаны за последние два года, важным оказалось то, кто первый заметит противника. Это и решало исход боя. Техническая информация о технике есть на канале. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.